Хай, Смир. О, Хасица. Брат, можешь это, Каспий есть, а перечисли, там такси ждет. Да? Перечисли, пожалуйста, 300 тенге. Все, хорошо, давай. Все. Какой номер? 371, 315. Ага. 15-25. Ага, все. Сколько? 300. Перечислил? Да, все, отправил. Все, ага, Рахмет. Этот Мир, можешь занять 405 тысяч тенге? Нет у меня. Как нет? У тебя еще 100 тысяч тенге останется. Займи 405 тысяч, пожалуйста, братан. Кстати, Тима, слышал про вирус? Опасный, говорят. Да фигня все это, не верю. Ты че, тем более мы жалкую нет, ну, казы кушаем. Нас не коснется это. Слышал, да он уже много заболевших коронавирусом. Да нет никакого вируса ему, бизнес все это. Вот конкретно есть кто заболел, а вот среди твоих знакомых, родственников? Покажи мне хоть одного. Нету, да фигня все это, не верь ты в это. Брат, прикинь, я заболел, температуру сейчас. Ты? Ха, да грипп отхватил походу, я говорю. Нету никакого вируса, не верю я в это. Выздоравливай, брат. Ну чё, теперь-то хоть веришь, а? Я ж тебе говорил вот, а вот, ослай без нгазах. Пока уязните мигенщи, до последнего не верят. Вот и тебя коснулся вирус. Да нет. И у меня сухтит просто. Простыл я. Чё, брат, как вода? Отлично. Нормально? Без маски нельзя. А, без маски не запускают, да? Не запускать нельзя. Хорошо, хорошо, ага. Братан, ты чё без настроения? Да не знаю, что с Мадиной поругались. Блин, сейчас такое время, не стоит вообще ругаться. Если реально накосячил, лучше иди возьми что-нибудь купи и извинись нормально. Да, по идее. Жан, прости, я вчера погорячился. Это тебе. Ой, ну, спасибо, кстати, познакомься. Это Даня. Кто? Ну, подружка моя близкая. Вот знаешь, отношения — это все-таки такая же работа. И каждый должен делать шаг навстречу. Пацаны, бывало такое, что поругаешься с своей девушкой, и появляется подруга из ниоткуда, которую ты никогда не видел. А что ты перебиваешь? Ты лучше послушай меня, я тебе вот что скажу. Итак, дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать в наш новый кулинарный урок. Итак, дорогие друзья, добро пожаловать в наш клуб. Друзья, давайте. Ну что, всем пока, друзья! Давай я здороваться не буду, может, а? Наш кулинарный проект называется Да. Еда, в смысле? Ну да. Давайте для начала посмотрим, что у нас есть из грядин. Ингредиентов. Давайте посмотрим, что у нас есть. Че? Ничего. Ну, у нас есть пакет. Еще один пакет. Оклашка, тряпка, уже хорошо, че. Спички, ножик, что самое очень важное. Ну что, давай начнем готовить. Что такое? Мне пишут в Инстаграме, что мне 50 лет. Я что, так старо выгляжу? Кто тебе пишет? В Инстаграме. Дума? 50? Кто тебе такую цифру дал? Ты на 35 лет выглядишь, Дана. Мне 32. В смысле, на 25 ты выглядишь? Не слушают паразиты, завистники, жизнь в Инстаграме сидят. Некому больше пожаловаться и сидят, всякую ересь пишут. Я с тобой живу, я тебя знаю. Точно, да? Я тебе могу сказать 25. Ты даже спасибо, не на 25, а на 24 даже. Спасибо. Фу, блин. Тандама, блокируй всех, да, Коня. Всех блокируй. Мама, мою спортивную сумку не видела там? Ой. Какая мама я тебе... Чё, Тима, давай сегодня подтягивайся ко мне. Посидим, выпьем там. Да, конечно, давай смело, вот смело. Чё, Тима, подтягивайся сегодня ко мне домой. Кальян покурим, а то я один дома, скучно, ё-моё. Да вообще смело, брат. Во сколько? 8. Смело, вот смело. Че, Тима, давай сегодня вместе побегаем, а? А то я каждый день один треню. Да вообще смело, как раз хотел побегать, а? Смело, вот смело. Может, это, с девчонками посидим сегодня, а? 2 на 2 у меня. С девчонками? Да. Смело, вот смело. Салам, Сайла. О, салам. Тима. Аселя. Раз знакомство. А че только это?
Одна девушка? Ну, я думал, ты, как всегда, не придешь и только Силь позвал. Ну ничего, втроем же веселее. Я сейчас чайник поставлю, чай попьем. Смело, брат, смело. Это твой позитивный друг. Хозяйка с квартиры выселяет. Да ладно, классно же. Зато за коммуналку не будешь платить. На лавочке будешь спать. Экологично же. На днях, короче, со своей девушкой, ее родителям пошли знакомиться. Прикинь, у меня носки дырявые. Бля, стыдно стало. Где пальцы? Да. Да ладно, классно же. Зато ты всем свой педикюр показал. Я же знаю, ты ухоженный. В последнее время капец за внешность комплексую. Все фотографии с Инстаграма удалил. Да ладно, классно же. Зато прикинь, ты всем негативные комментарии будешь писать. И никто не узнает, кто ты. Братан, прикинь, узнал, что моя девушка стриптизерша работает. Да ладно, классно же. Зато работает. И пенсионка падает. Так, я не поняла, ты куда это собрался? К Бахчану на юбилей. Какой юбилей? Какой юбилей? Тут люди даже на похороны не ходят, а ты тут собрался. Завтра заболеешь, нас всех заразишь, понятно? Яд Булат, обязательно надо сходить. Неудобно будет. Какой Яд Булат, блин? Смотри, я тебя предупреждал. Короче, не угрожай, а? Ты что не откроешь? Открой давай! А я тебя предупреждала. Теперь все, ограничительные меры, 14 дней карантин, домой не зайдешь, понятно? Открой, я говорю! Коздарские усики-мусики. Лаурка, привет! Привет, Лизат. Как меня слышно? Представляешь, оказывается, мой парень оказался полным мамбетом. Ого себе! Представляешь? А с виду не скажешь, да? Капец, как ты поняла? Короче... Мы у Зимчи вчера такие начали играть ролевые игры. Я такая одела белый халатик, типа врач. И случайно его назвала другим именем. А он такой джинданов. Захуй, махуй, я твоя мать, начал говорить. Я про себя думаю, ужас, с кем я встречаюсь? Что это за мамбич? Фу, прикинь. Вот до сих пор не разговариваем с ним даже. Фу, бросать таких сразу. Сейчас, подожди. Кажется, он звонит. Пусть идет лесом. Да. Привет, Джан. Че тебе надо? Да ладно, кутешка. Сам ты кутешка, блин. Кутешка, кутенайка. Ну перестань.